Столичных жителей сегодня познакомили с историческими документами, найденными в археологической экспедиции в Стамбуле. Их содержание связано с историей Казахстана. Публике представили произведения поэта Зейнолы Сурмили, его стихи, написанные в тетрадях часто о тоске по родине, казах по национальности. Родился в Восточном Туркестане, ныне Китае, позже начал путешествовать. В итоге поэт поселился в Турции, где нашли его труды. Тематическое мероприятие организовал Национальный центр рукописи и редких книг. Кроме того, представили результаты работы проекта «Архив-2025». Казахстанские специалисты искали и собирали новые данные в отечественных и зарубежных архивах, музеях и библиотеках. Мы знаем о поэте Зейнеле Сурмили. Он писал о своей исторической родине с лирикой, всегда мечтал побывать на своей земле. Мы думаем, что это будет примером для следующего поколения. Поэтому мы рассказываем об этом, чтобы каждый знал.